Сегодня готовим суп с грибами. Для приготовления супа нам понадобится филе куриных грудок 800 грамм, замороженные шампиньоны 600 грамм, картофель 6 штук, рис полстакана, пучок укропа, 1 головка чеснока, 1 репчатый лук, 1 морковь, 1 столовая ложка соли, 2,5 литра воды, 3 лавровых листа, полстакана растительного масла. Нарезаем лук кубиками. Морковь трем на крупной терке. Картофель нарезаем кубиками. Мелко режем укроп. Чеснок нарезаем мелкими кубиками. Мясо нарезаем кубиками. Насыпаем полстакана риса. На подсолнечном масле поджариваем лук. Морковь. Добавляем картофель. Добавляем замороженные шампиньоны. Рис. Наливаем воды.
Добавляем лавровый лист, соль. Все перемешиваем. Доводим до кипения и варим до готовности картофеля. Добавляем укроп. Чеснок. Мясо. Доводим все до кипения и варим до готовности мяса. Если нужно, добавляем воды. Суп готов. Наливаем суп в порционные тарелки. Приятного аппетита!